Вот ты звонишь, да, и потом молчишь. Да. А что ты от меня хочешь, а? Я очень рада, у меня просто носки разрываются. Носки разрываются? Да. Это первый человек, кто мне говорит, что ты очень рада, и у нее носки разрываются. Подписчики, зовите, не ругайтесь ни с кем. А что бы ты хотела сказать тем подписчикам, кто не подписан на канал? Вы жопа. Знаете. Алло? Алло? Ура, я дозвонила. Кому? Эдисон. Какой Эдисон? Какой? А, ну давай тогда побыстролярику. Вычти, пожалуйста, косинус квадратной гипотенузы в перпендикулярном геометрии. А я в пятом классе, я еще этого не... Как звали маму Пушкина? Ага, как звали Пушкина? Хорошо, а кто президент Соединенных Штатов Америки в данный момент? Вы попали на передачу «Как стать миллионером». У вас есть 8 секунд, чтобы ответить на вопрос, кто в данный момент является президентом Соединенных Штатов Америки. Время пошло. Хрейт? Обама. Какой Обама? Обама президентом 10 лет назад был. Влад, спасибо, что позвонил, но ты не прошел суперигру. Прощай. Какой Обама? Обама в 2000... Сектор, приз на барабане, вращайте кольцо, отвечайте быстро на вопрос. Кто является президентом Соединенных Штатов Америки в данный момент? Не знаю. Вы не прошли суперигру. И вы попали на телепередачу Эдуарду Масленникову. Вы знаете, какой вопрос я хочу вам... Алло. Привет. 5 секунд, чтобы сказать, кто является президентом. Не знаешь? Ну ладно, как тебя зовут? О, Миша. Мишок. Мишаня. Тебе привет, спасибо, что позвонил. Я случайно сказал Мишок. Алло? Кто? Президент Соединенных... Дональд Трамп. Какой Дональд Трамп? Он уже ушел с поста. Кто? И перед нами победитель суперигры. Как тебя зовут? Данил!